Корпорация развития Республики Башкортостан сопровождает инвестиционный проект, реализуемый на территории республики, выполняя функции агентства развития, являясь уполномоченной организацией Республики Башкортостан по сопровождению инвестпроектов региона по принципу одного окна. Предприятие «Аркада» начало свою деятельность на площадке номер один особой экономической зоны «Алга» в декабре прошлого года. Объем инвестиций, которые предполагается вложить в проект, это 680 миллионов рублей. А при этом рабочих мест ожидается открыть более 700. 30 лет я предпринимателем была, и сейчас я знаю, что я нашла свое место, мне нравится, я шью с удовольствием. Здесь у нас две большие машины, бурданы, очень качественные машины, очень скоростные машины. Не каждая фабрика может позволить себе такое оборудование. Но один раз потратившись, это все очень быстро окупится. Родилась маленькая дочь, 6 месяцев будет завтра. Соответственно, да, надо зарабатывать, работать. Поэтому вот потихонечку наращиваю, подвисал. По окончанию жилеток планируем шить зиму для нефтяных компаний. А в дальнейшем планируем открывать перчаточную фабрику. Почему особая экономическая зона? В первую очередь, это дополнительные рабочие места, это налоговые преференции, налоговые льготы. Корпорация развития также является управляющей компанией индустриальных парков и особой экономической зоны «Алга». Это преференциальные зоны, открывая производство на которых, инвестор претендует на получение льгот и преференций. Площадка обеспечена водоснабжением, водоотведением, газовыми сетями. То есть резиденту приходит, предоставляем земельный участок, даем точки подключения. Тем самым, опять-таки, мы сокращаем прединвестиционную фазу для инвестора. Со стороны правительства я уже отмечал, что мы получили вот в 2020 году достаточно хорошую поддержку в виде кредитования. Плюс к этому существуют на территории данного технопарка определенные льготы для предпринимателей, которые позволяют более рационально использовать свои ресурсы. Для привлечения инвестиций корпорация развития формирует бизнес-кейсы. Это готовые, просчитанные решения, которые может использовать инвестор и реализовать предложенный проект.